В мире множество вопросов, любой ответ дает интернет. Но что об этом думает настоящий невиртуальный профессионал? Доброе утро, меня зовут Александр Гузелевич, я стилист. Плавание в бассейне развивает мышцы человека, сжигает калории, помогает расслабиться. Однако есть и подводные камни. Имейте в виду, посещение бассейна может изменить цвет волос. Это правда. Особенно это относится к девушкам-блондинкам. Поскольку волос обесцвеченный, он, соответственно, прозрачный, пористый. И в бассейне не хлорка вымывает цвет волос или меняет, а другие тяжелые металлы, в частности, медь. Поэтому обязательно нужно носить шапочку в бассейне, а также не забывать пользоваться защитными кондиционерами. Есть специальные кондиционеры для волос с UF-фильтром. Перед бассейном наносите на волосы, плюс одевайте шапочку, и вы под защитой будете вдвойне. Блестящие, сильные и красивые волосы – это мечта каждой женщины. Можно ли добиться совершенства в домашних условиях, не посещая салоны красоты? Ополаскивание холодной водой сделает ваши волосы блестящими. Это миф. Температура воды никак не повлияет на блеск волос, потому что волосы от природы все пористые. Они имеют чешуйки, которые по-любому приоткрываются при воздействии, тем более воды, теплой либо холодной. То есть, чтобы появился блеск на волосах, надо использовать обязательно кондиционер или бальзам для волос. Тогда чешуйки волос закрываются, и тем самым появляется блеск. А температура никак не действует на эти процессы.